Житель Шымкента, вступившийся за свою жену, получил удар ножом. По словам пострадавшего, неизвестный молодой человек несколько месяцев звонил супруге, уговаривая встретиться. Чтобы положить конец приставаниям, мужчина назначил молодому человеку встречу, которая закончилась дракой. С ножевым ранением пострадавший был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, где ему в срочном порядке сделали операцию. При осмотре состояния больного средней тяжести имеется в ягодичной области колотое ранение с продолжающим кровотечением. По жизненным показаниям было срочно взять в операционную, где была произведена первичная хирургическая обработка раны с остановкой кровотечения. Постигшим больной был переведен в отделение хирургического отделения номер 1. В настоящий момент состояние больного средней тяжести, в динамике отмечается улучшение, получает все необходимые лечения. Пострадавший написал заявление в полицию, и сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут розыск преступника.